Здравствуйте. 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 Как дела? Хорошо. Мы продолжаем нашу роль по скайпу. Скажите, пожалуйста, вы готовы? Мы всегда готовы. Мы всегда готовы. Молодцы. Какое было у нас домашнее задание? Мы должны были выполнить упражнения на страницах 92, 93, 94 в рабочей тетради. Хорошо. А на какую тему, Гермионе? На какую тему? На тему инфинитив. Прекрасно. Что такое инфинитив? Инфинитив – это начальная форма глагола. Что еще знаете о глаголе? Что у глагола есть «вы», «совершение» и «несовершение». Прекрасно. А еще? Да, глаголы есть «спряжение». Спряжение у глагола.